В «Жемчужине Сибири» коньковыми спринтами завершился чемпионат области по лыжным гонкам. Основную часть спортсменов составила молодежь до 22 лет. В женской гонке победила Татьяна Костюнина, которая убежала от конкуренток уже на середине дистанции. Решила прямо со спуска растолкаться со всей силы. Села в итоге первая. Группа догнала и решила сразу не дожидаться спуска, убегать в подъем всей мощи, что есть. У мужчин Даниил Очетов лишь в финишных разборках подтвердил статус победителя квалификации и стал чемпионом. Хороший день, хорошая погода. Радует то, что в голове были неплохие мысли. Я хорошо чувствовал свое тело. В спринтерской гонке выступило порядка сотни лыжников. Силы на чемпионате области они проверили перед двумя важными стартами. Первенством России, которое пройдет в Кирово-Чепецке, а также спартакиады Уральского федерального округа. Через неделю ее также примет Тюмень.